И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Frizen, и сегодня мы с вами будем ночевать в аквапарке, да, потому что я решил записать влог, и надеюсь, вам такой формат понравится, потому что я долго думал, чтобы мне снять, но я теперь думаю, я сниму ночь 24 часа челлендж в аквапарке. Не 24 часа челлендж, а просто ночь в закрытом аквапарке. И сегодня мы с вами покатаемся на всех просто-напросто аттракционах. Ну что ж, погнали. Итак, у меня здесь есть карта. Здесь мне дали вот такие вот штучки, снежок и какая-то штучка. Короче, давайте все возьмем. У нас все есть. Все, отлично. Мы тогда теперь идем в сам парк и выберем, какой бы мне аттракцион снять. Куда бы пойти? Я даже не знаю, ребята, куда мне идти. Этот аквапарк большой. И, кстати, если вы досмотрите это видео до конца, тут будет много важной информации. Я вам буду говорить насчет канала, потому что у меня активность на канале вообще упала. И как-то это не очень хорошо, потому что 820 подписчиков, а активности только 50 просмотров и 10 лайков. Вот, так что давайте проявляйте активность, и мы будем кататься на аттракционах. И в конце я сделаю рум-тумчик по моей квартире. Да. Все. Так, короче, ищем аттракцион нормальный. Я вижу здесь... Сейчас, минуточку. Тут какой-то аттракцион. Можно... Опа-на! Вы посмотрите! Вы посмотрите! Офигеть! Так. Тут, надеюсь, никого нет, да? Отлично! Я хочу селфи сделать! Сейчас зум настроить нужно. Офигеть! Вы посмотрите на эту самую длинную горку! Офигеть! Так, короче, берем, садимся в вагонетку. Быстренько. Так, тут уже одной нету, мы можем взять одну. Так, ставим ее. Садимся. Немножко подвинься. Куда? Тихо. Стоять, кому сказал. Так. Все, ребята. Надеюсь, вы готовы, потому что я готов. Я сейчас нажимаю на эту кнопку, и мы едем. Так, все, мы едем, ребята. Отлично, просто офигеть, вы посмотрите, какая-то горка. Офигеть, просто супер. Офигеть, как же мы высоко поднимаемся. Офигеть, просто, я просто ничего не вижу. Надеюсь, вы это сейчас видите, надеюсь, у меня камера сейчас записывает. Ё-моё, мы падаем, ребята, офигеть. Вау, это просто жесть, куда нас несёт, ребята. Так, у меня здесь есть кровать, снежок и яблочки. Я могу съесть одно яблочко. Вкусно. Куда же мы едем? У меня вещей много, мне дали чужие вещи. Ладно. Окей, мы куда-то поднимаемся. Я даже не знаю, куда мы поднимаемся. Все, это конец. Так, продвигаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Все, я назад не хочу. Нет, это было просто шикарно. Ребята, это было просто-напросто шикарно. Так, ну мы еще не все аттракционы испробовали, так что... Давайте-ка пробовать. Так. А как к себе добраться? Оно, походу, не работает. Да? Так. I can go up. Сюда подниматься. Окей, ребята, я поднимаюсь. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Я яблочко скушу. И давайте-ка поднимемся наверх.
С камерой просто не очень удобно подниматься. Так, я там что-то вижу. И походу мы сейчас поднимаемся на самое высокое колесо. Прогружай. Камера, давай. Прогружай все. Ну, короче, я сделаю селфи вот такое вот. Все, ребята, я сделал селфи. И сейчас я хочу прыгнуть в воду. Так, здесь я смогу. Ну что, ребята, погнали? Погнали, я прыгаю. Так, что мне нужно искать? Что здесь есть? Так, здесь есть лук. Отлично. Давайте лишние вещи выложим. Так, и стрелять надо, да? Стрелы я не взял. Ау! Я попал. У меня есть два адских кирпича. Так, а здесь у нас что? Я, если честно, не знаю. Вот, так что давайте-ка сходим проверим. Вот, вижу. Вижу. Что это такое? А, это кафе! Оно открыто! Ребята, мы сейчас находимся в кафе. Вы понимаете? И здесь нет камер. И здесь ничего, и никого нет. Оно открыто. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь есть. Офигеть! Я, конечно же, только снимаю влог, и я отсюда брать ничего не буду. Но вот эти вот вещи, которые у меня, это они всем даются. Так. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Это мне не надо, это мне не надо. Так, здесь у нас что? Здесь какие-то механизмы. А, точно, это же чтобы свет вырубать. Ясно. Здесь всякие механизмы. Ладно. Я лучше отсюда пойду. Ребята, я походу понял, что это такое. Смотрите. Давайте-ка возьмем этот блок и испытаем удачу в комнате. Нас поджарили. Видите? Это удача. Мы можем здесь выиграть алмазы. Так, давайте-ка кинем. Мы выиграли алмазный блок. А теперь нам выпал шар. Быстренько тут прыгаем. Ребята, это очень прикольно. Так, давайте-ка дальше пойдем. Здесь нам дают билетики. Смотрите, нам дают билетики. Так, вот эти штучки мы должны кидать сюда. Давайте-ка проверим, что здесь. Золото или огненный шар или стрела. Надеюсь, нам попадется золото. Раз, два, три. Да, нам попалось золото. Классно. Это прям круто. Так, офигеть. Так, мы сейчас выходим. Где здесь выход? Вот, я вижу кнопочку. А здесь что нам попадется? Здесь железо или стрелы. Давайте-ка обсидиан кинем. Раз, два, три. О, железный блок! Офигеть! Так, я выхожу. Я выхожу, так. Отлично просто, ребята. Так, давайте где-нибудь на лавочку сядем. И посмотрим, что у меня вообще есть. Вот. У меня есть вот, вот. И вот, это все, что я выиграл. Посмотрите. Офигеть. Классно, ребята. Ну что ж, мы пойдем дальше. Как бы еще ночь, и нам надо все обследовать. У нас здесь есть карта. Отлично. Сейчас я хочу найти вулкан. Ну что, ребята, я, короче, отправляюсь на поиски вулкана. Ребята, я, короче, нашел водную горку. Вот она. Сейчас мы возьмем лодку и отправляемся в путь. Это нам не надо. Это нам тоже не надо. Быстренько ставим ее. Погнали, ребята. Сейчас мы отправимся с водной горки. Офигеть! Вау, 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 вау. Так, полегче. Полегче. Офигеть! Аж на лодка разломалась. Офигеть, она высокая.
Ого! Так, всплывать! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Фу! Ну и напоследок какой-нибудь аттракцион нужно. Потому что уже скоро рассвет. Так, я быстренько найду аттракцион. Да, а вы не переключайтесь, досматривайте этот ролик до конца. Пожалуйста, досматривайте этот ролик до конца. Будет очень весело. И я нашел вулкан. Круто. Ребята, я нашел начало этого аттракциона. Вот оно. Так, сейчас мы берем вагонетку. Быстренько. На всякий случай еще. Вот, ставим ее сюда. Садимся. И, короче, поехали. Мы просто-напросто едем. Офигеть, как... Тут столько огня! Офигеть, и оно все настоящее. Сколько я уже раз сказал офигеть? И я не перестаю это говорить. Потому что тут настоящая лава. Тут очень жарко. Очень. Так, куда же мы едем? Куда же мы едем, ребята? Я даже не знаю. Мы едем в какую-то пещеру. Офигеть! Давай, офигеть! Сколько я уже раз говорю офигеть? Ну, я все равно не перестаю это говорить. Я еду прямо сквозь лаву. Это просто жесть. О, я упал! Я куда-то упал! Вот это было жестко! Так, куда же мы поднимаемся? Еще выше и выше! Выше и выше! Куда же мы едем, ребята? Я даже не знаю. Куда мы едем? Ну, мы куда-то едем. Наверх. Да, мы едем наверх. Сейчас мы едем наверх. Давай, 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 давай. И спускаемся здесь. Офигеть, опять мы упали. Я немножко поджегся. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, 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 все. Все, 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 все. Водичка, 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 водичка. Отлично. Мне понравился аттракцион. Но мне нужно уже уходить домой. Потому что уже день. И я, да, не на всех аттракционах покатался. Но если мы на этом ролике сможем за неделю набрать 20 лайков, то выйдет продолжение моего эпичного влога. А сейчас отправляемся домой. Шу. Фух, ребятки, и я уже дома. Да, вот моя комнатка. Комнатка. Да. Здесь я снимаю ролики. И да, кстати, я монтирую ролик по одной мини-игре под названием Bed Wars. Да, здесь у меня стоит камера. Да, чтобы снимать меня. Ну, вы же знаете, что я с вебкой не снимаю ролики. Ну, я могу и снимать. Да, если на этом ролике соберется 20 лайков, то новый видосик с вебкой. Да. Вот здесь мое рабочее место. Здесь у нас хромакей. И здесь лампа. И здесь лампа. Я могу это все выключить. Давайте-ка свет везде повыключаем. Я ее убрал. Так. А что светит? А, лампа это светит. А, сюда бы занавески. И было бы круто, вообще, было бы топ. Вот. Здесь у меня стоит ноутбук. И здесь у меня игра такая вот. Тут я играл, да. Ну ничего. Это уже было лет 5 назад. И так я просто коллекционирую. Тут в полках ничего нет. В дартс играю. Батареи. А когда я сниму ролик, я сажусь вот сюда, начинаю снимать ролики. Вот здесь второй монитор. Лампу включаю, когда темно, чтобы зеленый фон освещал. Вот. Здесь я почти домонтировал. Оно рендерится. И скоро буду монтировать этот влог. Здесь я играю в Майнкрафт. Ну, короче, я смонтировал ролики. И иду ложиться в кроватку и смотреть телевизор. Ну что ж, я на этом влог закончу. Если вам понравилась такой формат видео, то жмите лайк. И не забывайте 20 лайков, новый влог. И новые приключения. Да. Вот такой вот вид у меня из окна. Да, прям на дорогу. И я
Я уже устал. Так что я с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Black Frieza'n. Всем удачи и всем пока. Пока. А мне остается только смонтировать этот ролик.